привести это хозяйство в порядок. Привести хозяйство в порядок. Вы послушайте меня. Не до очередного раза. Мы живем в правовом поле. Очень спасибо, спасибо огромное, что вы очень терпеливо сегодня это все восприняли. Терпеливо. Сабурги Хабун, может быть, это и нам помогло. Остальное через час встретимся в рабочем порядке. Какие шаги вы будете предпринимать для урегулирования этой ситуации? Шаги уже юридические, других шагов нет. Политических шагов больше не будет. Мы сядем, мы должны сказать, кто прав, прав, кто не прав, не прав. На сегодня этот вопрос закрыт. Спасибо вам. А на какое время вот это все отложено, отсрочено? Вы слишком много задаете вопросов, на которые я еще пока не готов ответить. Я же не могу сразу ответить. Не знаем, это насколько мы сегодня подали обратные заявления в Кумтар-Калинский суд для того, чтобы они заново рассмотрели на предмет отсрочки исполнения решения. Встречались с председателем суда. Выслушал он нас услышал. В течение недели, 10 дней обещал рассмотреть. И я думаю, что там тоже, если будет положительное решение, то у нас и решение суда появится определенное время для того, чтобы мы спокойно, на спокойную голову, хладнокровно приняли решение, как быть с этими домами. Договорились? Все, спасибо вам. Спасибо вам. Они... Аллах, помолчи! Они уедут. И им спасибо за вот это терпение, которое... Ужас!